В этом году мы по приглашению семьи шейха Мухаммада Мухаммад Юсуф айласының тәклифі білін Узбекистанда болдик. Шейхнің қызы Адина хан Мухаммад Юсуф бізні тәклиф қылды. Бұ гөзел өзбекана лібасларыны оша ерді алдик. Узбекистанда болген оша ыстықлик хамеше юрагімізні ыстып тұрыпты. Ой ер бізге жүде яқты. Ва үмид қыламыз ки, иншаллах яны барамыз деп. Иншаллах, надеемся вновь там побывать. Вера для человека верующего является очень мощным. Итхад иманлы инсан учен рухи барқарарликнинг чулиман басах сапланаде. Шу байз мрачат қалучхам, маслахат беручхам итхадли ва бир дин вакиллар болишса, улар бу манбадан шахснинг рухи халатини тикланиши ва мустахкамланиши учен фойдаланиши мумкин. Мухожирлардан бизге бўлаётган мурожиатлар умумий ҳисобда 3-5% ни ташкил қилади. Улар рухий сиқилишлар, оилавий муаммолар, ота-она ва болалар орасидаги муносабатларда, шунингдек, бегона юртда дуч келинаётган маълум бир мураккаб вазиятларда маслаҳатлар сўрашади. Масалан, яқинда оилавий зўравонлик масаласи кўтарилди. Бу ҳам жамиятимизнинг долзарб муаммоларидан бири. Наша организация занимается оказанием психологической помощи. Мы так и называемся ассоциацией. Бизнинг ташкилотимиз мусулмонларга психологик ёрдам кўрсатиш билан шуғулланади. Ассоциациямизнинг ўз сайти, электрон манзили ва ижтимоий тармоқларда саҳифалари бор. Ишонч телефонимиз куни-тун ишлаб турибди. Биз билан ёзиб, қўнғироқ қилиб, барча замонавий воситалар орқали боғланиш мумкин. Албатта, маслахат ва кўмак берамиз ёки жамоамиз учун мутахассислар танлаймиз. Бизда турли юнолишлар бўйича хизмат кўрсатувчи ходимлар бор. Психолог, психиатр, невролог ва бошқа тиббий ёрдамга муҳтожларга ёрдам берамиз. Ҳаттоки ҳузуримизга келиш имконияти бўлмаганларга масофадан туриб онлайн маслахат ҳам беришимиз мумкин. Тренинглар, гурух машғулотлари ҳам ташкиллаштиряпмиз. Мы активно сотрудничаем с духовно-просветительским центром. Россия мусульманлар идорасы, диний комитасы, Аль-Васатия ва Шайх Мухаммад Садық Мухаммад Юсуф номли диний маарифий марказлар билан мунтазам ҳамкорлик қиламиз. Мусульманларимизни қийнаётган саволларга олимлар жавоб берадилар. Диний илм олиш борасида ёрдам кўрсатилади. Бу ердаги муҳожирларга кўмаклашувчи юристлар билан биргаликда ишлаймиз. Мурожаат қилувчиларнинг муаммолари ҳар томонлама ўрганилиб, албатта ижобий ҳал қилинади. Находящимся здесь в России. То есть мы очень много контактируем с разными специалистами для того, чтобы комплексно решать проблему мигрантов.